Малина – одна из главных культур русского сада. Она неприхотлива в уходе, поэтому вырастить и собрать богатый урожай ароматной и сладкой ягоды можно в любом регионе нашей большой страны. На сегодняшний день можно вырастить малину разных цветов – красную, желтую, оранжевую и даже черную. Также существуют ремонтантные сорта, которые плодоносят на побегах текущего года. Сорта отличаются разнообразием вкуса, цвета, размера, внешнего вида и выращивания. Малина – настоящий дар природы, кладовая витаминов и минералов. Яркие, сочные, сладкие ягоды невероятно полезны для человеческого организма. Она снимает жар, боль и воспаление, обладает выраженным антибактериальным действием и повышает иммунитет. Малина – отличная альтернатива сладким и вредным для здоровья конфетам. Дети очень любят лакомиться свежей ягодой прямо с куста. Посадите в своем саду малину разных сортов, чтобы распробовать всю палитру ее вкусов, а яркие разноцветные ягоды будут поднимать настроение вам и вашим близким.